сегодняшнего проекта. Мы напоминаем, что у нас стартовал новый проект «Старт таланта». Он проходит уже в третий этап. И сегодня самый волнующий, самый ответственный момент – это финал. Сегодня будут определены победители, которые будут участвовать в дальнейшем не менее интересном проекте. Это телеспектакль «Еще одна сказка Шахерезады». Мы напоминаем, что организаторами мероприятия являются культурно-досуговый центр «Кайтакский», центр поддержки талантов «Старт талант» и Днепропетровское отделение Всемирной унии искусства и культуры. Организаторы Алена Гадун и Леоненко Елена. Мы хотим представить членов нашего уважаемого жюри. Сидорова Ирина Владимировна, преподаватель сценического движения и пантомимы Днепропетровского колледжа культуры и искусств, художественный руководитель городского дома учителя. Сергей Клементьев, музыкант, финалист «Фабрики звезд 4». Один из основателей студии звукозаписи и видеопродакшн «Клим Мьюзик». Маликова Юлия, актриса, руководитель детской студии «Театральный проект». Дэн Тетенбаум, член Международного сообщества писателей Союза, член Союза писателей Приднепровья, руководитель литературной студии «Откровения» и член детского жюри Ксения Петрина, победитель национального рейтинга Украины по версии Всемирной унии искусства и культуры среди юниоров высшей лиги, обладатель гран-при по версии «Волгука», победитель всеукраинских конкурсов восточного танца. И Ксюша у нас в прошлый раз и в этот раз представляет детское жюри. Итак, мы желаем всем хорошего выступления. Все участники готовимся. Уважаемые участники, у нас будут небольшие изменения по расписанию. Мы будем называть, кто готовится к следующему выступлению, так как, чтобы у нас не было накладок по переодеванию. Точно так же, уважаемые жюри, вы делаете себе пометочки, если у нас есть по расписанию изменения. Всем удачи, мы начинаем. Ну давай, вот, смотри.